Итак, надеюсь, ты немножко отдохнувший, сделал гимнастику, мы продолжим. По-прежнему работаем в рамках урока действий определения алгоритма, и во второй части этого урока мы создадим проект «Умный код щитовод» на основе уже существующего проекта «Код щитовод». Давай сейчас его рассмотрим. Если у тебя уже есть такой проект «Код щитовод», ты его создавал раньше, ты можешь взять свой, с ним дальше работать, сделать копию. Я же возьму проект из студии «Юный разработчик игр Беларусь». Найду его здесь. Вот он, мы его откроем. Ссылку на него я размещу под этим видео. Сейчас мы вспомним, как этот проект устроен. И после этого создадим копию этого проекта. Итак, он спрашивает, как тебя зовут. Я ввожу Ольга. Он сообщает мне, что умеет считать. Просит ввести первое число и второе число. И теперь говорит, что можно узнать сумму чисел, вот эти числа, разность чисел, произведение и частное. Он их вычислил, ну, собственно, на этом все и заканчивается. Если мы выполним эту программу еще раз, то мы заметим одну интересную вещь. К примеру, давай еще раз. Введем первое число такое же, а второе число 0. И теперь, если мы выполним вычисление, то частное, результат деления на 0, здесь написано infinity, это бесконечность по-английски означает, но на самом деле на 0 делить нельзя. И это по существу на самом деле для нас сигнал, что допущена ошибка в вычислении. Для того, чтобы такие ошибки не происходили, в программах необходимо делать проверки и проверять значения, введенные пользователем, для того, чтобы таких проблем не возникало, и сообщать ему об этом. Следовательно, нам нужно сделать следующее. Мы добавим проверку условий, добавим ветвление. Если b равно 0, то сообщать, говорить на 0 делить нельзя, а иначе мы будем считать частное, будем выполнять вычисление. А вторую проверку мы сделаем следующую. Например, можно сделать, ты можешь решить, делать тебе или нет. Если а больше b или а равно b, то есть, иначе говоря, если а больше либо равно b, то мы вычисляем разность и получаем положительное число, а иначе говорим, что а меньше b и разность будет отрицательным числом. Но когда это может быть полезно, например, ты уже старшего возраста и знаешь, что такое отрицательные числа, но делаешь такой образовательный проект для своих младших друзей, которые про отрицательные числа ничего не знают, а знают лишь, что можно вычитать из большего числа меньшее. И поэтому наш код щитовод будет рассчитан на таких вот пользователей, которые знают, что нужно вычитать из большего числа меньшее. Ну, давай приступим к выполнению. Сделаем сначала вот эту проверку условия. Я поступлю следующим образом. Открою код и создам ремикс. Поскольку я не авторизовалась, мне это не позволяется делать. Нужно ввести имя и пароль, если у тебя такая же история. Вдруг ты не хочешь регистрироваться или еще не зарегистрировался, не беда, мы можем закрыть это окно и работать с этим проектом, но потом мы его скачаем на свой компьютер. То есть мы никому не навредим, ни этому проекту, ни себе. Можем просто дальше работать с этим проектом. Для того, чтобы было удобнее, возможно, надо уменьшить сцену. И сюда мы должны добавить проверку условия перед тем, как, например, вычислять значение частного. То есть у нас здесь должно появиться условие. Условие «если». Ставить его достаточно непросто, поэтому мы его пока поставим отдельно. Что мы должны проверить? Мы должны проверить, если b равно 0. Так и пишем. Если b равно 0, то мы должны сообщать, что b равно 0 и на 0 делить нельзя. Я здесь уже допустила одну неточность. А неточность заключается в том, что выбран блок
для конструкции «если то», а у нас конструкция «если то иначе» должна быть. Поэтому мы сейчас эту ошибку исправим, возьмем другой блок, этот уберем, он нам не нужен, и проверяем следующим образом. Если b равно нулю, то говорить b равно нулю на 0 делить нельзя. А иначе мы можем вычислить частное. Чтобы это сделать, мы возьмем просто этот блок, сюда перенесем. Вот так вот ставим и замыкаем. Вот мы добавили проверку условий. Ну, давай проверим. Вводим первое число и второе число 0. Нам нужно проверить именно это. Вот он сразу говорит, что b равно 0 на 0 делить нельзя. И здесь у нас по-прежнему осталось infinity. Это не очень хорошо. Если у нас произошла такая история, то нам нужно вот еще проверку вот эту вот как-то передать вот этому блоку. Потому что этот блок, ну, скажем так, не совсем знает, да, что ему нужно выводить, либо не нужно выводить. Здесь мы вычисляем частное только в том случае, если у нас b не равно нулю. Значит, в других случаях вместо вот этого infinity тоже должно появляться сообщение, что на 0 делить нельзя. Мы можем это продублировать, вот сюда перенести, и сделать так, чтобы здесь еще одно сообщение передавалось, да, что у нас все-таки b равно нулю. Значит, мы передаем вот здесь b равно нулю, можно так прямо и написать, я думаю. И этот блок, получая это сообщение, будет работать иначе. Можно даже вот для интереса сделать блок думать. И я этот всего лишь перенесла, чтобы скопировать, не набирать заново. Вот так. То есть, если он получит b равно нулю, то будет выдавать вот такое сообщение. Ну, давай проверим. Итак, еще раз приветствие. Первое число и второе 0. Предупредил. И сразу здесь он нам сообщает, что да, действительно на 0 делить нельзя. Ну, по-прежнему, если мы на него щелкаем, то он выдает infinity. Здесь тоже нужно думать, как быть. Видимо, тоже проверять условия, да, то есть мы можем перетащить еще проверку условия. Громоздко получилось, но мы лишнее уберем. То есть вот здесь мы преобразуем вот так. Тут мы уже посчитали, это уберем. А вот так мы можем сделать. Это тоже нам не надо. Вот, проверяем. Вот он сообщает. И опять сообщает, даже если по нему щелкаю еще раз, что на 0 делить нельзя. Все теперь правильно работает. Ну, надо теперь проверить на нормальные числа, мало ли вдруг мы что-то сломали. Проверяем. Все в порядке. То есть, если нормальные введены числа, то все хорошо. Ну, а дальше следующие условия. Я думаю, что ты можешь сделать самостоятельно. Я лишь еще раз напомню, какие. Например, ты можешь сравнивать, какое число больше какого, вычислять разность, либо не вычислять, либо еще какие-то дополнительные выполнять проверки условий. Мы сейчас не будем это рассматривать для того, чтобы ты мог придумать свой собственный сценарий и сделать свою собственную такую вот интересную игру, которая будет ориентирована на определенные категории игроков. Давай посмотрим, как выглядит блок-схема тех вещей, тех проверок, тех условий, которые мы задавали, которые мы здесь могли бы реализовать, либо ты уже реализовал. Например, условие, если а больше b или а равно b, то разность равна а минус b. Значит, по ветке да, в виде блок-схемы мы идем, вычисляем разность, а иначе
по ветке нет, говорить а меньше b, ну и так далее. Разность — отрицательное число. Если подумать, то можно усовершенствовать этот алгоритм. Почему? Потому что если а у нас как бы больше b, то мы вычисляем разность, а если нет, то говорим. И получается, что какие-то странные достаточно альтернативы можно переделать. Если а больше b, то говорить, что разность — отрицательное число, а потом все-таки ее вычислять. Просто пояснять, что мы получаем особый вид числа, да, обучая наших учащихся. И тогда блок-схема будет выглядеть следующим образом. У нас будет не «если то иначе», а конструкция «если то». И вот мы проверяем, сообщаем, а потом все равно вычисляем разность. Но уже предупредили, что там будет стоять вот этот значок минус, и это означает то, что результат вычисления разности у нас отрицательное число. Ну и так далее, можно опять же развивать эти все вещи так, как тебе больше нравится. На этом я эту часть урока закончу, она получилась короткая. Ты можешь создать свой проект «Умный кот-счетовод», либо перейти к следующей части урока, в которой мы тоже будем рассматривать другие конструкции и другие проекты. До встречи!